Здравствуйте. Честно говоря, я даже не думал, что буду делать обзор прямо вот на этот магазин. Но есть некоторые стечения обстоятельств, благодаря которым, в принципе, это стоит сделать. Итак, начнем, пожалуй, с сайта. Сайт, конечно, еле-еле движется. Очень он тугой. У конкурентов, конечно, быстрее. А первый минус, который я заметил, это нет ссылок на товар. Просто ее ни в личном кабинете нет, ни на почту. То есть ты потом вот после того, как купил, хочешь посмотреть, что ты купил. Я, например, забываю, потому что я уже старый. Вот. А я забываю, я хочу посмотреть, что я там купил и куда ткнуть. Ни в почте, никуда. Плюс, конечно, прошло 2 дня, а статус заказа ожидания. Я не знаю, сегодня 17 число, вот 17.09, да. Это прям первый минус, вот, который мне бросился. Ну ладно, несмотря на это, я решил поиграть во всякие китайские штучки. В принципе, если кому интересно, с самого начала расскажу, что я задумывал. Вот здесь у меня вход, плюс-минус. И здесь может быть 5, 12 или 20 вольт. Дальше есть некоторая электронная часть, которая у меня будет заряжать сборку из двух или трех аккумуляторов литий-ионных. А может быть даже из четырех аккумуляторов. Вот. Соответственно, мне здесь надо повысить, мне здесь надо потом, может быть, понизить, потому что может быть и 20 вольт, а может быть и 12, а может быть и 5. Вот такое вот условие. Вот, в принципе, я это задумал. Для этого накупил всякой там понижающий, повышающий, релюшку на всякий случай. Релюшку, реле – это вообще отдельная тема. Сделал я заказ. Здесь почему-то написано доставка. А, ну нет, ну не знаю, доставка по СПБ, не знаю, почему так. Ну, в общем, сайт кривой. Ладно. То, что произошло там в магазине, это стоит, конечно, отдельного разговора, но я сейчас расскажу по фактам. Давайте по фактам. Приехал, дали мне вот такой пакет. Спасибо за покупку. И что у нас в пакете? А в пакете прям как поросенку вот так вот это самое накидано, набросано. То есть вот и где там что? Вот я не знаю. В общем, полное, конечно, ребят, ну несерьезно. Знаете как? Ну, можно было бы, я не знаю. Вот у меня дома есть вот такие пакеты. Вот такие. Вот они. Упаковочка кончается уже. Есть у меня вот такие пакеты. Вот они чуть побольше. Вот. Так вот, вот эти пакеты, они продаются там же, где вот это вот. Спасибо за покупку. Я вам гарантирую, и стоят они не так дорого. Для того, чтобы вы рассортировали и побросали хотя бы, ну не как поросенки Борьки. Борька, он все съест, но здесь вот. Потому что, давайте начнем. Вот я хочу начать с пинцета. Вот универсальный пинцет. Одна штука за 80 рублей. Вот он. Где вот он? Давайте искать вот в этой куче. Нашел. Прямо сразу. Ладно, пинцет есть. Хорошо. Вот он. Ну, пинцет как пинцет. Их полно в Китае. Все знают, что это за пинцеты. Ладно. Ну, могли бы его, я не знаю, ну, хотя бы вот так вот. Хотя бы, я уж не говорю там про пупырку или еще чего-нибудь, потому что есть упаковка намного интереснее и лучше. Годится, пинцет есть. Дальше, бокс для одного аккумулятора, 7 штук. 18650. И тоже есть, вот по этому мешку их теперь собирай там. Раз, два, три, четыре. Ну, тоже вот могли бы их, наверное, я не знаю, ну, хотя бы в один пакет. Но, ребят, вот, честно говоря, если я вам не скажу, никто вам этого не скажет. Правда, съедят, потому что я видел у вас в магазине, люди приходят, вы им даете пакеты, все, и они пошли дальше. И никто не скажет. Если я вам этого не скажу, вам этого никто не скажет. А я вам говорю, ну это отношение как действительно поросенку, которому вот, который все съест. Которому вот все вот в кучу вот накидай, и он все равно съест. Нет, покупатель так не хочет. Откроем вам вот такую вот тайну. Есть приятный момент. 20 рублей, но ни туда, ни сюда. Ладно, годится. Крокодильчики. Крокодильчики с проводочками всегда пригодятся.
годится. Они, во всяком случае, хотя бы тут все вместе в узел. Ладно. Сколько стоит крокодилы? Крокодилы, о, по 10 рублей. 10 рублей. То есть, поездка в трамвае стоит 5 таких крокодильчиков с проводочками. Есть. Отлично. Проводов. Набор проводов 65 штук от 12 до 24 сантиметров. Папа-папа. Один набор из 65 штук за 100 рублей. Есть. Отлично. Хорошо. Папа-папа всегда тоже пригодятся. Да, где-то поиграть в игрушечки вот такие, вот подключаться куда-то на столе. Нормально, сгодится. Понижающий DC-DC от 5 до 32 вольт. Две штуки. Один я уже доставал, я вскрыл. Второй даже не распечатывал, но думаю, что все нормально, потому что это китайская хрень, она и есть китайская хрень. Дешевая китайская хрень. Ладно. Стоят они у нас по 110 рублей. Понижающий есть. Платка на два аккумулятора зарядки. 10-амперная. Вот она. Годится. Тоже мне для игрушек, для всяких разных. Есть, проверять не будем. И теперь приведем к жести, которая, ну, просто жесть. Модуль реле одноканального с управлением по микро-USB. Слушайте, я такую штуку вижу первый раз, правда, потому что, ну, я не имею отношения к этому, но на всякий случай, вот, мне захотелось вот такое вот реле. Модуль реле одноканального с управлением по микро-USB. Давайте посмотрим на это. То есть, я когда его достал, посмотрел на него, и, ну, я вижу такую штуку первый раз. Правда. Нет, реле, они стандартные, оно просто запаяно на плату. А тут нормально замкнутое, нормально разомкнутое. Это у нас катушка реле. Все у нас хорошо. Но сразу замечаем здесь, что здесь написано слово «задержка». И что-то я не понял, какая такая задержка. То есть, вот и подстроечник зачем-то для модуля реле одноканального с управлением по микро-USB. Ну, в общем, непонятно. Стал я разбираться, как оно управляется по микро-USB. Ребят, по микро-USB оно никак не управляется абсолютно. Это реле задержки. Я сейчас покажу, что это такое. По микро-USB оно просто никак не управляется. Если мы сюда сейчас воткнем микро-USB, ничего не произойдет, никакого управления. Если мы будем управлять средними контактами, допустим, по микро-USB, тоже ничего не произойдет, потому что они даже нигде не распаяны, не припаяны. Я специально посмотрел, поверьте мне. На всякий случай показываю. Даем сюда питание, и ничего не происходит, никак оно не управляется. Средние контакты, как я уже сказал, тоже ничего никак. Нажимаем сюда на кнопочку, релюшечка замкнулась. Обмотка под напряжением, соответственно, реле замкнуто, оп, и оно отключилось. Еще разочек. Стоим, ждем. Все вроде бы здесь работает, тоже я проверял, отлично, хорошо, обычная релюха. Ничего, оп, и она выключилась. Стал разбираться, но, честно говоря, и, ну, все, это реле, здесь крутишь, задержка по времени. И, к большому сожалению, вот для таких, как я, надо хотя бы в описании писать, что это никак не реле управления по микро-USB. Оно никак по микро-USB не управляется. Нет. Нет. Модуль реле одноканальный с управлением по микро-USB. Нет. Оно никак не управляется. Просто даем сюда питание. Можем сюда в микро-USB, просто распаян здесь разъем микро-USB для питания. Хотя можно дать сюда плюс, сюда минус. А сюда управление, вот эту кнопку переставить. Или, я не знаю, ну как угодно. Тут у кого как фантазии хватит. В общем, это реле, которое отключается через некоторый промежуток времени. Мне даже не интересно, через какой промежуток оно отключается. Оно просто выключается. Вот это первая жесть, касаемая товаров. Это, конечно, на возврат. Я не знаю, работают эти кнопки. Здесь написано «возврат». Ну, потому что оно не соответствует описанию. Так, и остался у нас повышающий DC-DC, 100 Вт. Ну, 100 Вт я тут не верю, конечно, за 100 Вт 350 рублей, но, я не знаю, еще и со встроенным вольтметром. Ладно, давайте на него посмотрим. Я уже его вскрыл. Честно говоря, я и видео-то не хотел никакое делать, и не делал бы его, но вот ряд проблем вот таких вот появился. Мы там в магазине поспорили достаточно серьезно на разные... Сейчас я даже не хотел бы эту тему затрагивать, потому что она не относится к этому.
Это то, ради чего вообще я покупал, потому что у меня на входе тут может быть, как я уже говорил, от 5 до 12, от 5 до 20 вольт, и я хотел бы здесь на выходе получить определенные стабилизированные напряжения. И при этом, играя с этой связкой, со всякой разной, я хотел бы видеть на этом вольтметре это напряжение. Поэтому, в принципе, я и брал повышающий преобразователь со встроенным вольтметром. Вот он. Но галочки здесь не будет. Здесь будет вот так вот. И сейчас покажу, почему. Так, берем блок питания. Сейчас, наверное, свет я выключу, чтобы вольтметр было видно и чтобы было видно, что у меня показывает блок питания. Вот так вот очень хорошо. Так, здесь есть две кнопки. Нажимаем одну, она включает, выключает дисплей, просто включает и выключает. И есть вторая кнопка, которая показывает напряжение, которая переключает дисплей на показание напряжения. Все, что у нас на входе есть. На входе мы видим 5,4 вольта сейчас, да? И видим, что на выходе 6,4. Итак, проверяем точность показания на всякий случай. Ну вот 9,7, да, 9,6. Показывать ладно. Я уж к 10-м-то не буду придираться, потому что, ну вот 13,4, 13,5. Хорошо. 21 вольт. Ну 21, 21,1. Ну тут уже 0,2 куда-то. Ну может быть они где-то вот у меня на... Ладно, спускаемся вниз. Опять. Сделаем на входе 5 вольт. Вот они 5 вольт. Вот у меня желаемая схема у меня от 5 вход до 20. Соответственно, здесь на выходе должно быть какое-то напряжение. Сейчас посмотрим. 6,3 должно быть. Берем тестер. Я знаю, это самый нелюбимый тестер у комментаторов. Комментаторы очень не любят этот тестер, потому что он какой-то старый и дешевый. Нет, но зато он показывает. А показывает он раз что-то больше 20 вольт. И я-то уже знаю, в чем дело, потому что я это уже проверил. Ладно, поставим здесь на 200. Меряем. 21 вольт на выходе. Но не 6,3. Ну-ка еще разочек. Переключаемся здесь. 4,9. 4,9. Переключаемся. 6,3. 21. Да ну как так? Ну вот, когда кончается крона в таком тестере, тогда он начинает врать. Но не так жестоко, как... Берем более дурацкий тестер. Как я его ненавижу. Он просто вот откровенный... Китай. Вот так вот. Меряем. 21,1. Слушайте, то же самое показывает, что и там. 21,1. На всякий случай, на входе. На входе тоже все правильно показывает. 4,9. Все. И на выходе. 21,2. Да ну как так? Да ну не может быть. Ну что такое? А этот показывает 6,3. Так, ну продолжим. Потенциометр я уже тут... Подстроечник я уже тут покрутил. Получилось у меня тут 7,9 вольт. Но а этот показывает 2,2. Давайте я покажу, что происходит, когда мы крутим подстроечник. Крутим. Значит, напряжение меняется. Все очень хорошо. 9,7, 10... Но здесь почему-то показывает 3,2, 3,4, 3,5, 3,5, а здесь уже 12,6. В общем, вот такой разброс. Для того, чтобы не было оснований не доверять, давайте сверим вот этот тестер и вот этот тестер, на всякий случай, еще разочек. 11,9 и мой маленький 11, ну также 11,9 показывает. Все, в общем-то, хорошо, отлично. Что у нас выясняется? Выясняется, что вот эта вот приблуда показывает крайне неправильно. А я брал именно из-за этого, чтобы показывал дисплей. Что у нас получается? К счастью говоря, на входе у нас 4,9, да, мы смотрим. Вот давайте я повышаю напряжение 9 вольт, да. Повышаю 12 вольт. 12,7, да, 14, но, к счастью, сейчас это уже перебор, потому что настроено, перебор, вот 5,6, да, к счастью, стабилизация отличная, вот настроено 11,8, так и есть, и любое напряжение мы даем, на выходе так у нас и есть 11,8.
И на входе он, в принципе, правильно, ну, врет на пару десятых. Ну, тут может быть провода еще. Ладно, это даже и не важно. Вот. Но на выходе он просто врет безбожно. Давайте посмотрим, что будет после того, как дать ему больше. 19,6, 20. Но нет, так он и показывает 6,2. Но, ну, полная ерунда. И вот здесь. Вот здесь у меня вообще претензий к магазину никакого нет. Ну вот, ну потому что это китайская хрень, она может показать все что угодно, потому что она стоит копейки, но вот реально. А функция она свою выполняет, но дисплей не отображает. Вот к магазину, ну нет претензий. Дайте мне другую, да и все. Скорее всего, что другая будет работать. А может быть и нет. Честно говоря, я не знаю. Я первый раз держу в руках, вот для того, чтобы поиграться. Так. Вот здесь у меня есть претензия к магазину. Вот посмотрите описание. В описании не, вообще ничего не написано. Просто написано, что это вот реле и реле. Я почему начал говорить про ссылки вот здесь вот? Потому что когда я взял вот это в руки и понял, что это не просто реле, а реле, которое просто мне бесполезно, оно берет через некоторое время, отключается, да и все. Это у нас не модуль реле одноканальный с управлением по микро-USB, а это просто модуль реле, который выключается через заданный промежуток времени, задается вот этим вот потенциометром. Вот смотрите, вот за один раз столько вот ошибок накидали вот здесь вот в мешок вот этого. В общем, одни расстройства, ребята, честное слово. Но насчет статусов, давайте я вам скрин со своего магазина сейчас покажу. Я клиента прям задалбываю статусами, потому что у меня там принято в обработку, там туда-сюда и вот. И, конечно, упаковка. Но купите пакетики, правда. Ну, хотя бы такие пакетики. Или, я не знаю, там коробочки, но они копейки стоят. Правда. И дайте каждому клиенту каждую детальку в отдельном пакетике. Было бы намного веселее, если бы они были просто вот так вот накиданы все в одну кучу. Но это совсем некрасиво. Все, на этом, пожалуй, все. Я всем желаю качественных гаджетов, удачных покупок, не только в сети. Ну, хотя я сделал этот заказ в сети. Так о чем я говорил? Не только в сети, но и в офлайне. Хорошего настроения и пока.